Здравствуйте, мои дорогие! Вот сегодня на улице 16 ноября, на улице минус 30, все никак морозы не спадут. Ну, знаете, я вот не знаю, что лучше, или морозы, или потепление, потому что когда морозы, ну да, холодно. Сейчас с понедельника будет потепление, там минус 10, минус там, ну, пойдет, будут снега, потом все будет мести и во дворах не пройти, и вообще... Ну ладно, сегодня не про это. Те, кто смотрел уже меня вчера, я выставила свой кухонный комбайн Bosch 68-88-5. Вот. И сегодня с вами будем резать салат кубиками на салат оливье. Ой, салат кубиками. Овощи кубиками на салат оливье. Ну что, мои дорогие, поехали. Для начала, мои дорогие, я сейчас лук протру на другой терке. Потом поменяю насадку и будем все кубиками. Сейчас покажу, на какой терке. Вот на такой терке буду тереть лук. Мы любим такой, чтобы не было его видно. Ну что, с Богом? Трет прекрасно, быстро все и вообще очень рада. Так, теперь меняем насадочки. Так. Вот моя чудо-терочка, чтобы кубиками. Еще сама, видите, ну ко всему нужно приловчиться. Еще ничего не делаю. Первое вот это, что с вами сегодня делаю. Пока изучишь, пока приловчишься, я на своем старом чик-чик-чик-чик. Все. Так. Так, ну говорят, начинать надо с мягкого, поэтому, да, салат оливье я буду делать свежих огурцов, мы так любим. А вы можете малосольные. Вот так. Ну что, яйца? Сейчас бросаю яйца. Посмотрим, что получится. Морковочку. Да, кстати, хотела сказать, те, кто смотрели, что про морковку, которую делать узором вот с этой ерундой. Я вчера пробовала вареную морковку делать, но ничего она не делает. Она вообще даже крутить не хочет. Она ломает ее и все. О, ой. В общем, ерунда. Так. Теперь включаем. Все. Теперь картошечка. Все. Так. Сейчас я немножко про... Так. А, колбаску еще. Теперь колбаску. Сейчас. Я ее не резала кольцами, прямо так вот. Отрезала такой кусок на 4 части и все. Прекрасно. Немножко. Так,
придется гостей звать. Куда столько съесть-то? На свадьбу. Все, мои дорогие, салат готов. Кстати, мыть можно в посудомойке. Так. Ну что, я вам покажу сейчас. Так, как показать-то? Колбаска кубиками. Огурчик, ой, кубиками. Сейчас я в чашу еще высыплю. Так, как бы поближе. Так. Прекрасненько. Так. Смотрите, морковочка кубиками. Видно вам или нет, я не знаю. Все распадается. Картошечка кубиками. Видите? Единственное, что яйцо, может, на меньшей скорости, ну, хотя тоже, вот, так, сейчас покажу. Яйцо нормально. И теперь нам нужно его размешать. И я сразу майонез не сыплю. Так, положили себе, помазали майонезом, посолили и все. Ну, куда такой казан нам на двоих? Мама, не горюй. Есть будем. Давиться придется. Очень хорошо будет и на окрошку, и винегрет. Это еще сделаю, потом покажу, как винегретик. Ну, вообще, милое дело. Вот кто придумал, вообще цены ему нет. Кстати, мои дорогие, забыла показать, как моется она. Вот здесь открываются вот эти вот фигнюшечки. И вынимается вот это, видите, и проталкивается она, так, как бы вам показать, проталкивается вот, здесь есть такая штука, и вот, все, милое дело, так что как-то вот так. Помоется сейчас аккуратно. Разрешено мыть в посудомойке. Я посудомойки мыть не буду, что мне это помыть-то здесь немного. Ну вот, мои дорогие, вот такая теперь кастрюля у меня меньше, чем за 2 минуты нарубленных салатов. Вообще прекрасно. И окрошечку делать теперь хорошо. И оливьешечку. Молодцы, кто придумали такой кухонный комбайн. Респект ему, уважуха. Ну, вот умеют люди, когда могут. Ну что, мои дорогие, если вам понравилось, ставим пальчики вверх. Кому не понравилось, извините. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить ничего новенького. Ищите меня в инфобоксе. Всего хорошего, мои дорогие. Всем пока-пока.